Всем привет, у нас в продаже появился минивэн Kia Carnival 2020 года выпуска. Под капотом у него стоит дизельный двигатель, объем 2,2 литра, который выдает 202 лошадиных силы в отличном техническом состоянии. В России у автомобиля не было еще ни одного владельца, вы станете первым. Родной пробег составляет 43 тысячи. Давайте заглянем в салон. Здесь есть электропривод задних дверей. В салоне у нас 4 ряда сидений. Сиденья в идеальном состоянии, все кожаные. Также электропривод спинок второго ряда сидений. Также подогрев и вентиляция. Для каждого пассажирского места есть разъем USB. Есть розетка 12 вольт, 2 подстаканника. И также можно закрыть дверь с помощью кнопки. Комплектация у нас с бесключевым доступом. Спереди салон также в идеальном состоянии. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Есть электропривод водительского сиденья. Все 4 электростеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка зеркал. Функция отключения стабилизации, также система удержания в полосе. Клавиши открытия задних дверей, также открытие багажника. Мультируль для управления мультимедией, круиз-контроль. Датчик света, датчик дождя, также есть подрулевые лепестки. Здесь у нас штатная мультимедиа со штатной навигацией, также с Bluetooth, с Android Auto, Apple CarPlay, двухзонный климат-контроль, три разъема USB. Здесь у нас селектор переключения передач, электроручник, несколько режимов езды. У нас есть подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, задние парктроники, камера заднего вида, также подогрев и вентиляция пассажирского сидения, большой центральный кожаный подлокотник. Пробег на данный момент составляет 48 тысяч. Давайте запустим двигатель. Двигатель у нас запускается идеально, никаких ошибок не горит, работает отлично. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица. Всех ждем!